Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш переходник Ohm Canon с одуванчиком Лушникова. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм как среднее и самое оптимальное для вашего зума, и диафрагму 3,5. Диафрагма не меняется во время съемки только в одуванчике. На объективе вы сможете выставлять ту диафрагму, на которой вы будете снимать. Но в зависимости от условий освещенности, датчик фокусировки в самой камере Canon может не реагировать на диафрагмы более закрытые, чем 6,3. Хотя я на своем и Mark 2N, и на Mark 4 снимаю на диафрагмах при хорошем освещении вплоть до 11. Время входа в режим программирования изменено с 10 до 1 секунды, чтобы было удобно. Программировать всегда в режиме AES Servo. В этом режиме нет блокировки затвора. Снимать в режиме One Shot. В этом режиме есть блокировка затвора. Обязательно выясните правильное направление фокусировки для вашего объектива. Подробнее почитайте на почте, я вам вышлю основы работы с одуванчиком. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик для любого другого объектива и сделать юстировку точки подтверждения, если у вас будет бэк или фронт фокус. Вот он, ваш переходник. Если будут вопросы, задавайте на почте, на mail.ru. Сейчас я это все упакую и во вторник отправлюсь из Словакии к вам в Россию. До вторника у нас еще не работает почта. Из Украины я не отправляю, поскольку очень долго идет. Спасибо за внимание.